Всем привет, добрый вечер. Сейчас подождем несколько секунд, когда народ присоединится, и начну. Сегодня эфир у нас такой обзорный. Я думаю, вы все видели расписание, да, у нас на практически на весь апрель. У нас эфиры будут выходить 3 раза в неделю. Будем рисовать. Сегодня у нас обзорный эфир по масляной живописи. Сегодня мы непосредственно разберем такие вопросы, как с чего начать рисовать, с чего вообще приступить к живописи. И сегодня именно масляная живопись у нас. Ждем еще несколько секунд. И, пожалуй, начнем. Я сегодня буду много рассказывать. Сегодня мы рисовать не будем. Буду много рассказывать, показывать, будем записывать для тех, кому интересно, для тех, кто применит эти знания. Тоже приготовьте бумажку с ручкой, потому что информация будет такая достаточно объемная. И думаю, она вам понадобится при покупке материалов и так далее. Эфир будет сохранен на канале YouTube и целые сутки, естественно, еще будет на страничке. Поэтому я думаю, даже если сейчас те, кто хотел, не попадут, то вполне могут посмотреть потом. Ну и я, наверное, пожалуй, все-таки начну. Начнем с того, что из себя... Ну, я думаю, все знают, да, что такое масляные краски. Они представляют из себя вот такую вот смесь в тюбиках. Тюбики бывают различного размера. Вот такой вариант экономный, я считаю. И, в принципе, подходит для любых форматов. Ну, естественно, вот все видели, наверное, масляные краски в коробочках, да, которые идут в наборах маленькими тюбиками. Они не... Ну, их хватает на очень мало. Если вы хотите рисовать именно на холстах, да, от 30 на 40 сантиметров и больше, то, естественно, лучше сразу брать вот такие тюбики, которые по 40-45, по-моему, миллилитров. Сейчас точно скажу. Так. Почему-то не вижу. Ну, по-моему, 45 миллилитров. Поэтому лучше сразу покупать такие. Итак, начнем мы с вами со списка вообще, что необходимо приобрести для того, чтобы начать рисовать масляными красками, писать картины маслом. Первое, естественно, что нам нужно, что вам нужно приобрести, это масляные краски. На рынке у нас сейчас, на творческом рынке, большой выбор, большой доступный выбор, да, различного материала, различных красок, разных фирм, разные по стоимости. В принципе, начинающим не стоит покупать, допустим, дорогую продукцию. Очень доступная и по качеству прекрасная это краска Санкт-Петербургского завода, изготовителя. Вот, например, у меня Санет, да, кое-что я беру в Ладоге, потому что в Ладоге есть вот такие большие тюбики. Допустим, тот, кто много рисует, лучше белую краску, белила брать в большом количестве изначально. Вот, потому что ее, как правило, уходит больше всего. Поэтому белые я беру в Ладоге, так как в Санете нет крупных тюбиков. Вот здесь вот 300... Вот так, подождите, 120 миллилитров, да, 120 миллилитров, то есть, ну, в 3 раза больше, да, чем вот этот вот тюбик. И брать его выгоднее. Вот. Но если вы начинающий художник, вы можете спокойненько взять белила такого же веса, как и все остальные краски. Большой выбор цветов на творческом рынке, так же, как и фирм, да, но мы, товарищи, такие экономные, скажем, поэтому я бы рекомендовала приобрести такой базовый набор,
базовые цвета, взять, купить базовые цвета, из которых вы, в принципе, можете получить все остальные. Вообще, в принципе, все цвета намешиваются из трех красок. То есть, если взять цветовой круг, то из трех цветов можно получить все последующие цвета разных оттенков. Добавляя, допустим, белую или черную краску, делать их светлее или темнее. Вот, но отталкиваться можно от трех. Но так экономить мы, конечно, совсем не будем. Я вам сейчас продиктую и запишу основные цвета, которые необходимо иметь в первоначальном наборе, да, в вашем. Ну, естественно, первое – это белила, титановые. Есть, конечно же, цинковые белила, но они не такие укрывистые, не такие густые, немножко водянистые и прозрачные. Поэтому я рекомендую брать титановые белила, они достаточно плотные. Привет-привет! Всем привет! Аня, здравствуйте! Белила титановые – оптимальный вариант. Второй цвет, который вам необходимо взять, это краска желтая, лимонная. Желтый, вот у меня сейчас нет в наборе, да, но так она и называется. Это холодный желтый цвет, можно здесь себе пометить, холодный желтый цвет. И в параллель берем желтую среднюю. Желтая средняя. Вот такой тюбочек у меня есть. Вот на них название прямо указано. Это теплый оттенок. Далее красная светлая. Красная светлая выглядит вот так. Также на ней все написано. Красная светлая. Это теплый оттенок красного цвета. И в параллель карминовая. Карминовая – это холодный оттенок красного цвета. Холодный оттенок красного цвета. Далее, шестой возьму ультрамарин. Ультрамарин считается теплым синим. И седьмое у нас получается синяя средняя. Вот этот цвет. Синяя средняя или просто синяя. Я пишу средняя. Холодный оттенок синего цвета. Далее, восьмой у нас будет обязательно умбраженная. Это такой темно-коричневый цвет. Умбра. Жженая. Ну и можно девятым цветом взять сажу газовую. Сажа газовая. Это черный цвет. Конечно, в живописи вот этот цвет мы практически не используем. Для затемнения мы выбираем какие-то, допустим, если мы хотим затемнить коричневый цвет, я обычно добавляю ультрамарин, но у меня получается практически черный цвет. Также синим или коричневым можно затемнить любые другие оттенки, точнее цвета. Сейчас мы немножко с вами это разберем здесь, я покажу. Так, ну, по краскам все понятно, да? И вот этого набора, вот этих 9 цветов, вам будет достаточно, чтобы нарисовать полноценную картину маслом. Далее, что нам еще необходимо для того, чтобы рисовать маслом? Вторая составляющая – это краски. Ой, кисти, простите. Кисти, краски мы разобрали. Кисти у нас... Достаточно иметь 3-5 кистей. 3-5 кистей.
сейчас лучше всего брать синтетику, синтетика материал. Можно еще брать щетину. Но щетина достаточно жесткая, подходит не для всех картин. Для каких-то эффектов, в принципе, можно ее брать. Но мы в основном, допустим, на мастер-классах, в основном мы рисуем щетиной. И это, как правило, круглые и плоские кисти. Круглые и плоские. Различных размеров. Не хотелось бы говорить о размерах, потому что, ну вот здесь вот циферки, которые указаны, да, в разных фирмах одна и та же цифра, допустим, 18 взять вот в этой фирме и вот в этой, и они будут совершенно разных размеров. Поэтому я всегда выбираю на глаз, либо по сантиметрам, да, вот замеряю вот эти вот саму щетинку. И рекомендую выбирать так, либо фотографию, да, сфотографировать возле линеечки, чтобы когда вы придете в магазин, вы показали приблизительный размер, который вам нужен. То есть это вот самая крупная, например, кисть, да, ну в Пинаксе это 18 размер. А потом, например, можно взять промежуточную 14. А вот здесь это 12, это фирма какая-то китайская, не знаю. Например, круглую в Пинаксе семерку, синтетику. И вот в этом кипе китайская это четверка. В Пинаксе это, кстати, может быть двойка, то есть для каких-то мелких прорисовок. Вот. Вот таких кистей будет вполне достаточно для того, чтобы самостоятельно рисовать. Далее мы перейдем с вами к разбавителю. Разбавители. Что у нас в разбавителях? Самый распространенный, который сейчас есть в творческих магазинах, тоже разбавитель фирмы «Невская палитра», также Санкт-Петербург. Я обычно беру разбавитель номер один. Они есть разные. Разбавитель номер два, номер три. Тройка номер три называется тройником, то есть там зависит от состава. Я беру обычно вот эту вот единичку, в состав которого входит White Spirit и Skipidar. И еще беру такие же бутылочки, есть льняное масло. То есть если мне необходимо сделать разбавитель более мягким, да, более маслянистым, я развожу, как правило, один к одному. Но это мы с вами разберем еще дальше, когда будем рисовать пейзаж в пятницу. Я вам расскажу, для чего мы иногда пишем на чистом разбавителе, для чего мы добавляем масло, а для чего мы иногда просто пишем на чистом масле, на льняном. То есть от вида картины тоже зависит, что необходимо использовать в качестве разбавителя. Я запишу здесь разбавитель номер один. Номер один. И льняное масло. Так, поехали дальше. Четвертым пунктом у нас с вами будет холсты. Холсты. Сейчас также на творческом рынке, в магазинах творческих, очень большой выбор холстов. Есть холсты, вообще холсты делятся на подрамники. Подрамники. Ну, я думаю, все их видели. Это натянутый на подрамник холст. И есть холсты на картоне. Вот с собой у меня нет на подрамнике, на картоне есть. То есть это вот такая вот плотная картоночка, на которую приклеен холст. В чем их отличие? Дело в том, что на подрамнике, чем они удобны, что холст с подрамника можно снимать и транспортировать, то есть заворачивать в трубочку, а потом снова натягивать на холст.
попробовать. А вот. И, но дело в том, что со временем эти холсты могут провисать. На картоне холст, он плотный, он, естественно, не даст провисания. Но его минус в том, что, допустим, если вы будете работать мастихином, вот такой вот штучкой, то он не продавливается. Вот для мастихина, для живописи мастихином необходимо, чтобы холст был мягким и продавливался. Тогда вот именно вот этот на подрамнике подходит для мастихина. Вот здесь тоже напишу, подходит для мастихина. Для более мягких работ каких-то, где нужно придавить, раздавить краску и так далее. Также холсты у нас делятся на льняные и хлопковые. Льняные холсты идут немного дороже, дороже по стоимости, а хлопок идет немножко меньше в стоимости. В принципе, можно пользоваться и теми, и другими, то есть тут уже определяете себе для себя сами. Конечно, нужно пробовать все, чтобы понять, что вам ближе, для каких работ что подходит больше. Я пользуюсь сейчас на данный момент, допустим, мастер-класс с обучением, мы делаем на картоне холсты, на них рисуем холсты, хлопок. А какие-то работы свои я рисую на подрамниках, на холстах. И бывает и на хлопке, бывает на льне. Ну, то есть по-разному, в зависимости от вашего желания и возможностей кошелька, так скажем. Далее, у нас следующий пункт идет... палитра. Палитра нам необходима для того, чтобы мы намешивали в ней краски, смешивали цвета, получали новые. В качестве палитры вы можете использовать сначала, допустим, пластиковые тарелочки, которые вы можете потом спокойно выкидывать, либо использовать деревянные палитры, специальные для масляных красок, но с них потом приходится убирать краски и тщательно протирать, потому что все это потом засыхает, получаются вот такие вот бугры, не очень хорошо, не очень здорово. Можно использовать какие-нибудь картоночки или... деревянные заготовки, которые можно обматывать пищевой пленкой. После того, как вы порисуете, вы можете снять пищевую пленку, выкинуть, и у вас будет чистенький холст. Ой, не холст, а чистая палитра. Далее, что вам необходимо, это мольберт. Мольберт. Мольбертов очень большое количество. И ценники у них, конечно же, разные. Если вы рисуете дома и у вас мало пространства, то вам нужен настольный мольберт. Он удобно размещается на столе, рядом вы можете разложить краски и приступать к рисованию. Главное, чтобы он был не очень маленький, то есть такие прям совсем очень-очень хлипкие. Вы только придавите кистью к холсту, и у вас просто завалится этот мольберт. Поэтому, допустим, в пределах 1500 можно взять достойные мольберты для рабочего стола. Есть еще мольберты напольные. Если вы располагаете лишним пространством, то есть у вас есть достаточно места в квартире или где вы рисуете, да, в вашей комнате, то, в принципе, можете брать напольные. Они немножко неудобны тем, что под краски все равно нужно подставлять либо стол рядышком, либо табуреточку, да, что-то такое. Поэтому тут вот как бы все зависит от того, как у вас, где вы рисуете и что вокруг вас находится. Мольберт напольный, конечно, поустойчивее, чем настольный. Но опять же, настольный тоже может быть достаточно крупный, увесистый и устойчивый. Поэтому тут вы тоже выбираете по своим возможностям, пространственным, так скажем, и по возможностям вашего кошелька. Следующий момент – это у нас... дополнительные материалы. Такие вещи, как мастихин, вот такой
инструментик, лопаточка. Он бывает различных форм и различных размеров. Мы используем тоже в рисовании, в масляной живописи. Как-нибудь я вам про это обязательно расскажу. То есть мы, скорее всего, порисуем этим инструментом обязательно. Это вот вспомогательный материал, да? Мастихин. И у нас еще должна быть емкость под разбавитель или масло. Продаются в художественных магазинах специальные масленочки кругленькие. Я использую для разбавителя в основном баночки такие, знаете, в аптеках продаются под анализы. Они очень замечательно себя ведут, закрываются крышечкой, запах не распространяется, можно вполне использовать их. Далее у нас идет такие, давайте вот так, еще дополнительные материалы. Это у нас обязательно тряпочки, бумага, салфетки. Салфетки сухие и влажные. Это все необходимо для протирания кистей, рук, ну и всего того, что вы испачкаете. И еще один такой интересный вопрос по поводу очистки и хранения кистей. Я использовала много способов, пробовала все, что угодно, и растворители, и разбавители, и мыло. И пришла к тому, что кисточки после работы, после рисования проще всего промывать в обычном подсолнечном масле. Вы можете себе купить самое-самое обыкновенное подсолнечное масло, самое простое, и хорошенечко промыть их там. После чего вы берете, вытираете салфеточкой или тряпочкой, и кисти вот таким вот образом, все прочищенные кисти, вы заворачиваете в какую-нибудь тряпочку или салфетку и храните вот в таком вот виде. Либо одеваете на них салфеточку и храните стоя в каком-нибудь стаканчике или ведерке, то есть емкость, которая у вас будет предназначена для хранения кистей. Ворс должен находиться в таком положении, чтобы он у вас не загибался, не мялся и так далее, чтобы сохранялась вот эта вот форма ворсинок всех, волосинок. Тогда вашими кистями можно будет очень долго пользоваться. Они вам будут пользу приносить очень долго. Итак, ну, в принципе, по материалам все, да? Сейчас я вам немножко расскажу про цвета, про тональность. Я вам говорила о том, что, в принципе, из трех базовых цветов, ну, давайте я возьму вот приблизительно, да, три цвета. Это будет у меня сейчас ультрамарин, карминовая, холодная, красная, и желтый цвет. Любой можно взять. Можно, в принципе, взять любой синий, любой красный и любой желтый. И вот сюда отдельно я выдавлю белую краску, чтобы показать, как можно по цвету растянуть, то есть сделать цвет темнее или светлее. Я смочу немножко в разбавителе кисточку и покажу, как можно получить цвета. Давайте я буду желтый подмешивать к синему и желтый подмешивать к красному. Посмотрите, что будет происходить. Вот у меня в качестве салфетки у меня туалетная бумага будет. Я к желтому добавляю немножечко синего. И вы видите, как желтый у нас превращается с помощью синего в салатный цвет. Если я к желтому добавлю немножечко больше синего, то у меня тоже получится зеленый цвет, но он будет совершенно другой. Можно намешать что-то промежуточное.
Вот приблизительно как-то так. Если я намешаю снова такой же цвет и добавлю к нему белого, то вы увидите, что получится еще дополнительный оттенок. Белый дает такую белесость, мутность, да? То есть в масляных красках, чтобы получить светлый цвет, мы добавляем белого. Чтобы затемнить, мы добавляем либо черного, либо коричневого, либо темно-синего. Вот смотрите, сколько оттенков, и то это не все оттенки, то есть еще можно добавлять и можно получать различные. Смотрите, если я возьму, например, немного желтого, но больше синего, получу такой немножко изумрудный оттенок и добавлю к нему белого. Смотрите, получится еще один новый оттенок. Вот, пожалуйста, вам растяжечка такая. То есть мы взяли всего два базовых цвета, да, и один у нас цвет для высветления. И смотрите, сколько мы с вами различных оттенков получили, какая градация цвета. Я протираю хорошенько кисть. Никогда не промывайте кисть в разбавителе, то есть не баламутьте ее в стакане. Аккуратненько окунули, захватили разбавитель и хорошенько протерли свою кисточку. Теперь я снова беру желтый. И к желтому я потихонечку начинаю подкидывать своего карминового цвета. Желтого возьму побольше, красного возьму поменьше. И получаю такой какой-то кирпичный оранжевый цвет. Теперь я беру желтого поменьше, красного побольше. Получаю насыщенный, достаточно насыщенный такой красный цвет, тоже с кирпичноватым оттенком. Допустим, если бы я взяла вот здесь вот светлую красную краску, ну, давайте просто для сравнения, почему, то сейчас поймете, почему я в наборе вам говорила о том, что нужно брать краски различных оттенков, да, то есть две красные, но одна красная она вот такая, вторая красная она больше как бордовая, да, потому что при смешивании, допустим, одного и того же желтого, но с разным красным, вы получаете абсолютно разные цвета. Вот, пожалуйста, вам апельсиновый яркий насыщенный. Если вы возьмете больше желтого, меньше красного. Даже вот я не беру красный, да, а то, что на кисточке осталось у меня. Ну, чуть-чуть можно подкинуть, например. У меня получается такой еще более оранжевый. То есть вот такая вот вариация цветов. Экспериментировать можно бесконечно. И, кстати, если вы только впервые берете масляные краски в свои руки, то вы, в принципе, можете вот так поиграться немножко, потому что это даст вам немного понимания, как можно много всего получить, всего там, допустим, с трех цветов. Давайте посмотрим дальше. Теперь у нас крайние цвета, да, это наш синий ультрамарин и наша карминовая краска, карминовый цвет. Я беру, это достаточно темные цвета, поэтому, чтобы увидеть, что получилось, мне придется немножко добавить белого, потому что вот вам сейчас вообще не будет видно. Я добавляю белого и вижу, что получился такой какой-то немножко сливовый, да, цвет. Что-то такое сиренево-сливовое. Если я возьму синего больше, бордового меньше и замешаю, и тоже добавлю белого, то вы увидите, что он более такой в сторону синего, да, какой-то фиолетовый получается. Вот. Можно, конечно, оставить их темными, да, если вам нужен темно-темно-фиолетовый, практически черный цвет, просто вам не будет видно. Можно поэкспериментировать и смешать, например,
вот такой синий, про который я вам говорила, который тоже можно брать для первоначального набора. Возьму синий, возьму немножко бордового. Получаю еще один оттенок фиолетового. Такой более чернильный, что ли. Если добавлю белого, то у меня получится еще один цвет. Такой более голубой. Можно добавить немножко бордового, он будет более сиреневым. То есть смотрите, какое разнообразие оттенков получается. Если мы возьмем вот эту краску, да, достаточно яркую, и возьмем вот этот голубой цвет, то у нас получится грязноватый. Не очень здорово смешивать теплые оттенки красного с синим, потому что получается такая грязюка, видите, немножко серость. Поэтому при смешивании теплого красного с любым синим будьте готовы вот к такой серости. Чтобы получить красивые оттенки синего, лучше смешивать их с холодным красным, естественно. Ну и последнее, что мы можем, я могу вам сейчас еще показать, что мы можем смешивать, да, это вообще смешать все три цвета. Например, даже в одинаковых пропорциях мы с вами получим коричневый цвет, как итог. Можно вот этого подмешать. И у нас получается темно-коричневый цвет, практически черный. Если я добавлю вот сюда белого, вы увидите, что он получается серый. Вот вам и черный цвет. Вы смешиваете все цвета. Синий, желтый и красный. И получаете практически черный. Разбелила вам, чтобы было видно. Чтобы получить более коричневый, нужно взять побольше желтого. Например, берем синий. Берем желтый, замешиваем, получаем зеленый, а потом к нему добавляем красненького. И получаем вот такой вот, можно вот этого коричневого, ой, красного. И получаем темненький коричневый цвет. Вот даже видно, что он коричневый. Вот, пожалуйста, смотрите, сколько можно оттенков получить, и это вообще еще не предел. Сколько можно получить оттенков с помощью там четырех даже красок. Вот. Есть, конечно же, в масляных красках такие цвета, которые практически невозможно намешать. Тогда я их всегда докупаю. Вот мне очень нравится вот этот цвет, турецкая зеленая. У вас никогда не получится вот такой чистый оттенок. Есть розовые оттенки, очень чистые, яркие. Поэтому то, что ну, совсем невозможно намешать, но вы редко когда используются такие цвета, и вам, допустим, они необходимы в картине, конечно, возьмите отдельный тюбик. Это упростит вам вашу работу. Но, опять же, оговариваюсь и говорю о том, что для новичков, в принципе, достаточно будет того набора, о котором я вам сегодня вот рассказала. Ну и, в принципе, на сегодня, наверное, все. Дальше мы будем разбирать, в пятницу у нас будет эфир по маслу пейзажем, по пейзажу маслом. Вот. И мы с вами разберем, что такое тональность. Основные техники в масле, да, это многослойная живопись и живопись в один слой а-ля прима. Вот сегодня вам не рассказала про это, но уже хочу просто это показывать на примере, да, на картинке. Поэтому в пятницу в 8 часов вечера я вас жду опять в эфире. Будем рисовать. Готовьте ваш базовый набор красок, холсты, кисти, разбавителей, все, что необходимо. Мы с вами порисуем. На сегодня все. Всем спасибо, всем пока-пока.